Радио «Комсомольская правда» 23 марта опубликовало статью «Имена участников шоу «Маска» слили в сеть». Вот все маски. И кого же рассекретили? Зрители до окончания проекта узнали, что скрывается за костюмами. Кто? Имена участников шоу «Маска» были опубликованы в сети. Проект с переодеваниями стартовал несколько недель назад и уже успел ознаменоваться несколькими скандалами. Сначала жюри рассекретило Иосифа Пригожина, которого впоследствии обвинили о том, что его жена знала о его присутствии на проекте. Далее еще Садальский там говорил, что вместо Иосифа Пригожина кто-то другой выступает. Затем со слезами на глазах ушла со сцены Азиза. Это мы видели, она не стала петь финальную песню. Теперь же зрители заранее узнали, кто прячется под масками оставшихся персонажей. А еще рассекретили банана, под бананом был Стоянов, и пантера – это Бузова Ольга. Теперь же зрители заранее узнали, кто прячется под масками оставшихся персонажей. Список с конкретными фамилиями был опубликован в Википедии в профиле проекта. Внимательные фанаты успели сделать скриншот таблицы и опубликовали ее в соцсетях. Так, по информации Всемирной энциклопедии, за маской белого орла, такая вот с таблицы, заяц Иван Дорн, солнце Елена Терлеева, белый орел Тимати, единорог Дубцова, розовая пантера Ольга Бузова, так оно и случилось, крокодил Оскар Кучера, змея Юлия Паршута, банан Юрий Стоянов, так и оказалось, пингвин Азиза. Ну, все так и вышло. Вот так. Так что фанаты все увидели. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, и вы будете узнавать самые интересные события, которые происходят в России и в мире. Ну, а на этом все.